Свинка Пеппа и вся ее семья утром хорошо потрудились и сделали для себя огромный бассейн с шариками Орбис. И сейчас, пока мама свинка уехала по магазинам, хотят как следует порезвиться в этом бассейне. Ну что, Джордж, ты готов прыгать в наш бассейн с Орбис? Да, Пеппа, я готов. Мне немножко, конечно, страшновато, но я, наверное, сделаю это, но только после тебя с папой. Ну что, папа, ты будешь первый прыгать или мне первый прыгать? Ого, как высоко, ничего себе. Ой, я даже не знаю, Пеппа. Я пока, наверное, не готов. Я хочу постоять и посмотреть, как вы с Джорджем будете плавать в этих шариках. Потому что для меня, конечно, это очень необычно. Я привык плавать в бассейне с водой. Ну, не хотите, как хотите. Я тогда буду первая прыгать. Ого, вперед! Ого, как классно! Ого, сколько много Орбис! Ура! Джордж, давай скорее прыгай ко мне, Джорджик! Ну, Пеппа, Пеппа, я, наверное, прямо как-то не готов. Джордж, не бойся, они такие мягкие. Ну, Пеппа, ого, как классно, какие Орбис. Разноцветные, Джордж, смотри! И голубые, и белые, и прозрачные, и даже фиолетовые найдутся, и красный тоже есть, и синий есть, и зеленый есть. Ничего себе! Джордж, как весело, да, Пеппа, забавно получается. Вы такие молодцы, что придумали такой бассейн. Дети, а ну-ка пододвиньтесь, вы так классно в них плескаетесь, что мне тоже захотелось. Сейчас папа свин покажет свой коронный прыжок. Ничего себе, как интересно, да, Джордж и Пеппа? Да, папа, так весело, их так много. Такой большой бассейн. Хорошо, что мы все это придумали. Хо-хо-хо-хо. Ну что, дети, вы не забыли, что на дворе это золотая осень? Пора бы нам одеваться, собираться, идти собирать каштаны и желуди, а также красивые осенние листья. Ух ты, как интересно, весело будет. Ребята, вы любите собирать каштаны и желуди? Что вам больше нравится, собирать каштаны или желуди? Напишите мне в комментариях. С вами был канал Конфетки ТВ. И если вам понравилось это видео с Орбис, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока!